Люблю простые и быстрые рецепты, и сегодня я приготовлю ленивые голубцы. Казанчик на огонь, разогреваем растительное масло и в первую очередь обжариваем фарш. Жарим до легкой золотистой корочки. Далее добавляем лук, обжариваем до мягкости, затем добавляем морковь. Пожарив морковь несколько минут, добавляем томатную пасту. Теперь томатную пасту нужно хорошо прожарить, постоянно перемешивая. В процессе появляется вкусный запах, и на этом этапе добавляем капусту. Если капуста жесткая, можно добавить немножко воды. Тушим, периодически перемешивая, пока капуста не обмякнет. Все, капуста дошла до нужного состояния. Добавляем соль, черный перец. Хорошо перемешав, в середине делаем углубление. Перекладываем туда промытый круглый рис. Далее рис закапываем капустой и хорошенечко все разравниваем. Наливаем горячую воду, уменьшаем огонь до минимума, накрываем крышкой и оставляем тушить на 20 минут. По истечению времени пробуем рис на готовность, он приготовился. Теперь все хорошо перемешиваем, выключаем огонь. Добавила по вкусу соль, оказалось маловато. Накрываем крышкой и оставляем еще минут на 10, чтобы рис хорошо пропарился. Это очень вкусно, обязательно попробуйте, всем приятного аппетита!